Ну а как же вещественные доказательства? Я какие доказательства, Грищенко? Он, дымлять. Ну. Бачите, ты скелька, вот он и е. Помните, Грищенко, а? В Евгении Онегине, в первом акте. Ой, товарищ начальник, да на что нам таяк? Мы можем и без актера реквизировать. Мы свои люди. Я не про это. А вы в опере бывали когда-нибудь? Ну, конечно, бывал. У самого начальника рота был. Это же наше непосредственное начальство. Чего же мне там не быть? Да нет, я не про это. В театре я имею в виду. Чайковский. Помните, Евгений Онегин? А? Там тоже варенье варят в первом акте. А, ну да. Варенье. Да чистый ж таки. Как слеза. Вот дивите, дивите, зараз. Значит так. О, у Неприенка из кукурузы. Так? У твердоколониста. Он, оно, левее, где дерево это суп, да, он там. У них сахар, ну, то таке. А он там слева, у лосачихи, то пшеничное. А он у сковородины заможника, у того вообще никогда не добило. А теперь ты, бачите? Вы что, ну какое же может быть варенье из пшеницы и из кукурузы? Так вот и я скажу, какое. Пробовать надо. Конечно, пробовать. Так. Они что же, самогон варят? Ну, товарищ начальник, да я же вам и говорю, и говорю. И говорю вам, что вещественное доказательство, он, один, два, три. Ну так что, может, почипаем трошки? Это ж надо, еще только самогонные аппараты не делают. Это ж додуматься, а, Грищенко? Да, товарищ начальник. Мужики у нас головастые, ого.